Здравствуйте. Здравствуй. Присядьте. Вы здесь первые красавицы, но вы не понимаете, что мы не на отдыхе. Оглянитесь. Это не игра. Если вас заметят, заметят и нас. А это значит, нас всех перебьют. Прага, 42-й год. В чем ваше задание? Операция «Антропоид». Что такое «Антропоид»? Наша цель — убить Рейнхарда Гейдриха. Он казнил тысячи. В нацистской иерархии выше него только Гитлер. Вы с ума сошли? Убьете Гейдриха, Гитлер уничтожит Прагу. Перед нами стоит лишь один вопрос. Готова ли наша страна противостоять нацистской Германии? Основана на реальных событиях. Господа, эта операция потребует участия почти всех участников сопротивления. С эскортом. Опаздывать на 30 секунд. 30 секунд, 30 секунд. Если вас арестуют, это конец. Постоянно носите с собой капсулу с цианидом. Хранит вас Бог. Этим летом. Возможно, зря я не сказал тебе об опасности. Она молода. Все еще романтизирует войну. А ты? В войне романтики нет. У нас проблема. Бросай все. Твой долг — остаться в живых и продолжать бороться. Если проиграем, боюсь, свободу сотрут с лица земли. Антропоид. Кодовое имя сопротивления.